Свыше 50 учебных заведений в Донецкой области не работают из-за сложных погодных условий и карантина, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Половина школ закрыты на карантин в Константиновском, Великоновосилковском, Волновахском и Никольском районах. Еще 28 учебных заведений со вчерашнего дня не смогли принять детей из-за сложных погодных условий. Занятия были отменены в Славянске, Славянском и Константиновском районах, а также Ильиновской и Черкасской громадах. По мере того, как дороги и подъезды к школам расчищают, занятия возобновляются.